Также очень важен огонь в глазах. Вот. Это может позвучать слишком пафосно, но на самом деле, если у дизайнера не горят глаза, если ему не хочется совершать подвиги, идти дальше и так далее, а это видно прям сразу. Вот. Даже в письме это видно, вот, которое вы написали или не написали. Особенно если не написали, сразу видно, что огня нет. Вот. Это очень важный параметр, потому что он через его призму преломляется все остальное, вся ваша деятельность. Если у вас не будет огня в глазах, вам будет неинтересно смотреть по сторонам, вам будет неинтересно развиваться профессионально и так далее. В общем, вам должно быть больше всех надо. Также желание развиваться очень важно. Я так понимаю, что для вас это как бы не новость, но вы же за деньги сюда пришли, вот, значит, вы как бы желаете развиваться. Вот, и это важно. Но это тот навык, который очень ждут агентства от потенциальных дизайнеров, с которыми будут работать. И лишний раз про это упомянуть будет не лишним. Но не в таком формате. Я посетила энное количество замечательных курсов там и так далее. А рассказать, почему вы это делаете, почему для вас это важно. Любая такая искренняя оценка будет не лишней. Почему желание развиваться важно для агентства? Потому что любой дизайнер, который приходит куда-то работать, для агентства это инвестиция. Потому что тебе нужно потратить какое-то еще время, чтобы он вошел в рабочий ритм, чтобы его чему-то еще научить. Человек, агентство будет вкладывать ресурсы в развитие вас. Вот. И после того, как вы разовьетесь, оно начнет получать некие дивиденды. Ну, обычная система. Вот. И если агентство готово ставить наперед, то есть вы нужны агентству не в том состоянии, как вы придете, а в том, которое вы будете через какое-то время. Поэтому они должны понимать, что вы хотите развиваться, и потом вы дома пойдете, если столкнетесь с какой-то сложностью, вы пойдете дома и почитаете. Вот. И вот просто знание, что вы это сделаете, никто не будет вас контролировать, но знание для работодателя, что вам надо больше всех, и вы пойдете и что-то там узнаете, дополнительно посидите, вот, это тоже очень важно.